Всем привет! Начинаю свой новый влог. Вначале вы увидели тортик мой вчерашний с прошлого влога. Очень вкусный получился. Вообще классный торт. В общем, всем понравился. Сегодня я одна дома. Мои уехали. У нас половина восьмого утра. Я позавтракала, поставила уже бульон вариться на суп. И у меня сегодня генеральная уборка. Собственно, потому я детей отправила с мужем, чтобы навести дома порядок, потому что уже много дел накопилось. У нас стояла страшная жара, сейчас вроде не так уже жарко, но к выходным обещают опять повышение температуры. Поэтому я сегодня хочу поубирать все хорошенечко, наготовить еды по максимуму, чтобы потом в жару меньше заниматься домашними делами. Сегодня у нас четверг, чистый четверг, да? Я поставила бульон вариться, буду фасолевый суп варить со стручковой фасолью и достала рыбу. Размораживаться буду, запекать ее в духовке. Сегодня четверг, рыбный день, чистый четверг. В общем, они вот события такие. Что я сейчас буду делать? Сейчас я буду снимать постельное белье. Специально ничего не заправляла. Вот видите, какой бардак. Поменяю все постельное, закину стирочку. И сегодня будет стирки много. Хочу еще тут коврик постирать, который у нас вот на полу. И с прихожей еще коврик. Тут у меня и глажки полно. В общем, дел у меня на сегодня хватает. Нужно сейчас еще опубликовать влог. И приступаю к своим домашним делам, обязанностям. Дел много, меньше буду болтать. А по возможности что-нибудь для вас буду снимать. Так что оставайтесь со мной. Фу, жарко страшно. Включила вентилятор. Поменяла уже все постельное белье, перестелила. Плед поменяла. На диване тоже поменяю плед потом. Бульон у меня уже почти сварился. Сейчас я видео опубликую, уже выгрузила его на канал. И пойду картошку чистить на суп. Уже закинула первую стирку стираться. В общем, потихонечку занимаюсь делом. Еще вот здесь вот мягкие игрушки у нас лежат. Знаете, это которые самые любимые от большинства. Мы избавились, но достались, которые именно памятные какие-то, любимые. Вот, и их тоже нужно будет постирать. Давно уже не стирала, давно собиралась. В общем, так, вот, ладно, буду заниматься сейчас видео, выгружать и дальше делать свои домашние дела. Thank you.
Итак, я уже включила третью стирку. Там у меня все висит. Полила цветы все. Дальше что? Сварила суп, показывала вам. Такой вот. И сделала вот такую вот подливочку. Курицу обжарила, на которой варила бульон. Лук туда добавила и помидорку порезала. В общем, такая подливочка. Можно будет потом с гарниром, какой-нибудь гарнир приготовить и кушать. Чтобы освободить место в холодильнике, я хочу заморозить это сало. Сейчас по два кусочка разложу в пакетике и заморожу. Когда нужно, достаешь, оно 5 минут и размораживается. Вот, а в холодильнике место освобождаю, потому что планирую сегодня много готовить. Баночки сюда поставила, потому что у нас было очень жарко. Я вот огурцы сюда поставила в холодильник, чтобы не испортились. В общем, так вот. Много буду сегодня готовить. Еще кукурузу поставила варить. Вчера муж купил. Кукурузки захотелось. В общем, так. И потом еще рыбку буду готовить. Вот размораживается она у меня. Это окуни. В духовке буду запекать. Вот, в общем, потихонечку занимаюсь делами. Тут вот уже подготовила, все поднимала с пола, чтобы помыть. Там помыть, там в углу нужно вымыть. Вот достала этот поезд, обогреватель. В общем, сейчас я немножко там разгребусь и буду уже приниматься за уборку. Поменяла клееночку новую, та уж такая страшненькая, позорненькая, протерла пыль. Тут сейчас еще хочу помыть фасады, протереть. У меня спрашивали, как мне синий цвет на кухне. У меня синие обои, ну, голубые, голубые шкафчики. Тут тоже бардак, конечно. Вот с этой стороны такие шкафчики. А, надоело, не надоело? Хочу сказать вам, не надоело. Обои как-то по большей части все прикрыто, закрыто, мало что в глаза кидается. Шкафчики, ну, может, даже и надоело, но деваться некуда. Сейчас возможности нет ничего менять. Конечно, если бы была бы возможность, я поменяла с удовольствием на новые шкафчики. У нас это просто старые шкафчики, обклеенные пленкой. Вот, а этот с оргстекла, дверь. И обклеен пленкой, это муж сам делал. А вот эти два, они обклеенные. Старые, ну, конечно, хотелось бы поменять, но возможности нет. Но цвет меня этот вполне устраивает. Итак, у нас уже почти 12 часов. В принципе, так как я планировала, закончила практически все дела.
дома здесь все поубирала, чайник почистила, протерла поверхности, разбирала детские игрушки, вот этот контейнер нашла, постирала, в общем, навела порядок, протерла здесь. Машинка достирает сейчас вот пледы и еще одну стирку. Я ее тоже попротираю сверху. Вот, постирала коврики. Они практически сухие, но на ламинат не хочу стелить. Если он немножко влажный, то ламинат испортится. В общем, сейчас полежит так, просохнет. В принципе, все поубирала. Еда готова. Тут кукурузка у меня вареная. Суп, мясо уже убрала я. Нужно снять еще сегодня пустые баночки. Видите, у меня собрался пакетик какой. Так, в общем, полы надраила везде со средством. Все чистенько, аж приятно ходить по полу. Вот, поменяла пледы, игрушки тоже. Ну, сегодня или завтра уже постираю. Посмотрим. Это не так уж к спеху. Вот, главное, я навела порядок дома. Помыла хорошенечко полы, все углы везде пролезла, где смогла, попротирала пыль, почистила телевизор, монитор, вот здесь свой туалетный столик, зеркало почистила, пыль протерла, разобрала игрушки тут детские, целую коробку убрала отсюда те, в которые они не играют, из которых они выросли. Вот, и, в общем, как-то так. Хочу сказать, что уборку я наводила только, как это сказать, на поверхностях. Внутри шкафов я ничего не убирала. У меня здесь бардак, в прихожей бардак, вот здесь вот. Поэтому это уже как-то в другой раз, в другой день я наводила порядок чисто вот от пыли и грязи. Можно вот так вот сказать. А внутри шкафов я уже буду потом убирать. Протерла, кстати, все фасады. Здесь. Здесь тоже все повымыла. На холодильнике единственное не залезла. Но там, в принципе, порядок. Чисто недавно я там протирала. Но вот единственное, что стоит вот так вот все неаккуратно. Ну, это ничего такого страшного нет. В общем, сейчас я обедаю. Пусть у меня стирается машинка. И после обеда я уже буду ставить спекаться рыбу. Потому что я не успела. Убрала ее в холодильник. Вот, но она уже практически растаяла. Вот. Но я пообедаю. А потом уже буду заниматься рыбой. Потому что устала. Сходила сейчас в душ. Сходила в душ. Сейчас ополоснулась. Потому что жарко. Все вспотело. В пыли, в грязи. Вот, и сейчас хочу пообедать. Пообедаю, а потом уже доделаю то, что у меня осталось. Как бы это уже не страшно. Стирку достирать, потом поснимать к вечеру то, что высохло. Еще одну стирку постирать. В общем, потихонечку-потихонечку я закончу. Главное, я такое все грязное, объемное сделала. А вот эти мелочи-то уже до вечера все сделается. Так что... Оставайтесь со мной, будем потом запекать с вами рыбку. Итак, я посолила, поперчила рыбку. У меня здесь 6 штучек. Это окунь. Они прям в чешуе. Потому что их чистить невозможно. Мелкая чешуя. Я сейчас их солила, перчила, так натирала и руки все поколола себе. Они очень колючие такие. Вот я их так вот запекаю. Буквально вот 15 минут, 20 может быть. И потом просто мы, когда кушаем, берем каждый себе по рыбке и вместе со шкуркой снимаем эту чешую, а саму рыбу, вот эту,
мякоть, или как ее назвать, кушаем. Так получается вкусно, в принципе, и без заморочек, не надо чистить. Вот. Хотела ее полностью фольгой накрыть, но у меня закончилась фольга, вот это последний кусочек. Ну, думаю, нормально запечется так. Постелить нужно обязательно, потому что к противню вся рыба прилипнет, потом очень сложно мыть. Так фольгу выкинула, и все. Вот. Сейчас духовочка моя нагреется и поставлю, ой, запекаться. Все, прошло 15 минут, рыбка моя готова. Я ее вот проверила ножом. Оставлю в духовке, чтобы сильно не застывала. И все. 2 часа дня. Я полностью закончила все свои дела. Я даже уже сняла пустые баночки. В общем, полностью все дела свои сегодня закончила. Мягкие игрушки завтра постираю, никуда они не денутся, потому что сушить негде тоже. Вот. Ну, единственное, сейчас вот пледы уже высохли. Я вот их развесила вот так вот. Сейчас их сложить, убрать, и вот это в шкаф убрать. И все, я отдыхаю. Через пару часов мои приедут уже, поэтому нужно сейчас отключиться от всего и заняться собой, отдохнуть просто, набраться сил, чтобы семья пришла, я была в хорошем настроении, отдохнувшая, веселая и в то же время сделавшая за целый день сегодня много-много-много дел всяких домашних. Думаю, что мои придут и заметят, в какой дому порядок и вообще чистота. Все блестит чистенько и вкусно пахнет домашней едой. Думаю, что все мужчины это любят, когда приходишь домой и дома вкусная еда, вкусные запахи, чистота и счастливая, красивая, отдохнувшая, жизнерадостная жена. В общем, зарядила я вас мотивацией, зарядила, надеюсь, что хорошим настроением. Вот такой вот у меня сегодня был трудодень, трудовлог. В общем, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем большое спасибо за просмотр, всем отличного настроения. Пока-пока.